как он молчит, мы уже абсолютно спокойно молча проводить время. Это же, причем это, знаете, как, опять же помолчим, попробуем, получится или нет. Нет, это есть разговор, говорим, нет, молчим. Не расходимся, а молчим. Ну что, сантехник сам? Все, не фурычит? Вот это вот, где вот, включи. Смотри, вот эту хренотень, вот с этой байдовиной, это выбрасываем и напрямую. Дай-ка, соединяем. Пол, вот спрашивает, кто это вот человек? Это морковины. Бывший работник этого завода. Паши工厂工人，你们过来过来，把日人的履历纳入档案库，准备和他签约，明白了吗？ 他妈的，把你们都撵走，只有他一个。 Что сказал? Он сказал то, что по-русски называется окуедье мочено. Ого. Сень, если им хорошенько все объяснить, они начинают разбираться в собственной технике. Способные ребята. Слово предоставляется моему другу господину Лямкину. Ну что, меня Маня убьет? С ума сошел? Не убьет. И что? Дядь Жор, не знаю, что делать. Сила есть, воля есть. А силы воли нет. Россия, все будет хорошо. Россия побеждает здравый смысл. Париж! Россия, она сильнее здравого смысла. Броня крепка. И танки наши быстры, и наши люди мужества полны. В строю стоят советские танкисты, своей отчизны вечные сыны. Вот так вот. Ну ладно, ладно. Ильин получил сразу две высокие награды. Государственную премию и приз кинокритики «Золотой Овен». Ведь роль-то, она ведь очень небольшая, но это вообще одна из лучших его ролей. Просто одна из лучших ролей, потому что когда он говорит в конце «Юнкер Толстой» на вокзале провожает, ну, у меня мурашки до сих пор идут. Сколько бы я ни смотрел, я могу сказать, что сейчас смотрю, но я, вспоминая фильм, я вспоминаю Володю Ильина и вот последний его кадр. Потому что вот эта мощь, которую невозможно определить словами, невозможно описать. А как артист это делает? А вот так. Делает и все. Демократичен иногда до ненормальности, потому что я говорю, Вова, это все хорошо, но есть какие-то вещи, где не могут пацаны дать под зад коленкам какие-то и сказать, Володя, да? Его это абсолютно устраивало. Это не потому, что он такой кокет, да? Что нет, давайте все мы на равных, вот это вот ахинея, да, вся? Нет, он действительно так считает, ему удобнее, когда с ним, он и сам так общается, но ему удобнее, чтобы с ним разговаривали так. Дискомфорта никого. Ну, спросите у кого угодно из ребят, которые там были, нет? Ах, вот это кого пахнет вином. Кто пьет, тот закусывает. Ой, ты туда же. Ты у папы хорошему лучше учись. А ну-ка иди поиграй со сверстниками. А по попке? Мить, ну ты меня понял. Будешь? Нет. А ты что, вправду женат? Мы снимались в «Утомленных солнцем», жили город Кстово, бухнули предыдущую, там, вечер, ночь. Я утром просыпаюсь, у нас съемки нет, я утром просыпаюсь, стучусь, значит, к Володе. Я так понимаю, открываю дверь, он там что-то, да-да. Я так понимаю, то есть я уверен, что он абсолютно не ложился. Он как был вот вчера, на том месте, как мы расстались, он на том же и сидит. У него открыто настежь окно, какие-то крошки, бутылка, значит, уже такая кончающаяся. И по столу прыгает воробей. И он сидит,
Я говорю, Вова, это что? А у меня приметы какие-то там, какие-то, что птицы есть ли. Да? И я в ужасе в таком. Стою, говорю, Володя, ты что, а это кто? Он говорит, вот тусуемся вот уже, часа два сидим. Общение с природой для Ильина не пустой звук. Он может часами просиживать с удочкой на берегу. И если бы не съемки, ходил бы на рыбалку ежедневно. И то, что это увлечение рыбалкой, это не мимолетное случайное увлечение, говорит хотя бы тот факт, что когда Володю награждали, по-моему, это было звание очередное, которое он получил, народного, по-моему. И когда Владимир Владимирович Путин к нему с присущей ему привычкой такой тихонечко подошел, спросил, может, у вас есть какие-то там пожелания? Там, Володя сказал, знаете, что будет? Владимир Владимирович, запретите электрические удочки. Владимир Владимирович, как бы ему пришлось переспросить, что именно. Действительно ли то, что он услышал, это и есть просьба? Как он узнал? Откуда узнал? Еще тогда мало кто знал про это. Я только вышел из реанимации. Все, меня никто не предупредил, потому что телефон у меня был выключен. Естественно, мне просто не хотелось этого, да? Мне стук в дверь в палату, и заходит Володя. Вы знаете, я был просто потрясен. Причем мы можем с ним не видеться месяцами. Не вот меня сейчас спросить, телефон Ильина, я вам не скажу. Но вот какая-то с первого, вот с моего любимого клоуна, такая, вы знаете, я могу спокойно назвать его своим другом. Не видя его, такие я вам говорю, люди, как Володя, наверное, не должны меняться, потому что им отпущена какая-то постоянная величина у них внутри есть, которую, если они будут менять, будет неправильно. Мы... Остальные, вот которых нет этой постоянной величины, мы обязаны развиваться. Те, кто похуже, они деградируют. А вот Вова постоянная величина вообще в жизни, в кино в нашем, в театре, в искусстве. Очень мало. Я даже не знаю, с кем его сравнить. Да и, собственно, и не имеет это смысла сравнивать с кем-то. Но вот он постоянная величина. Он давно уже хочет уйти из этой профессии. Но вот видите, как батюшка его не благословляет уходить, потому что нужно, чтобы в этой среде, видимо, тоже были вот такие вот, вот такие непохожие на других люди. Несколько строк Александра Сергеевича Пушкина из Бориса Годунова. Допустим, выходит царь Борис, здесь бояре, народ и юродивый. Народ. Царь идет. Юродивый. Борис, Николку дети обижают. Царь, подать ему милостыню. О чем он плачет? Юродивый. Мальчишки отняли копеечку, вели зарезать их, как ты зарезал царевича Дмитрия. Бояре. Поди прочь, дурак, схватите дурака. Царь, оставьте его. Молись за меня, бедный Николка. Юродивый. Нет, нельзя молиться за царя Ирода. Богородица не вели. Это страшное время, когда Русь вообще могла перестать существовать как независимое государство, когда ее правители предали народ. Здесь, в Троице-Сергиевом монастыре, врагу дали отпор. Героическая защита крепости продолжалась 1,5 года. 1,5 года в голоде, холоде, больные и израненные, отстаивали защитники святую обитель. Возглавлял оборону настоятель монастыря архимандрит Иоасаф. Монастырь находился под постоянным обстрелом польских орудий. Поляков было до 30 тысяч, защитников крепости в 10 раз меньше. 500 стрельцов и тех, кто мог держать оружие, всего 3 тысячи. Обстрел монастыря ни к чему не привел. Господь хранил обитель, и нигде ничего не загорелось. Но однажды, во время вечерней службы, вражеское ядро попало в большой колокол духовской церкви,
Оно отлетело в алтарь Троицкого собора, в котором мы сейчас и находимся, и пробило икону архангела Михаила. Над его головой как раз можно видеть следы пробоины. Второе ядро пробило железные двери и попало в икону святителя Николая, которая находилась в то время на месте иконы Тихвинской Божией Матери. Теперь она висит вот здесь, и вот это пробоина, а вот это дверь.